привет! Сегодня в эфире вновь Афина, но на этот раз с новой кабиной Маниту. Кстати, выяснил, у нее ударение именно на последнюю гласную стоит. По крайней мере, судя по инфе из интернетов. Две Афины на борту, новая кабина, про которую уже сказали, а также два колеса коготь. Для начала побегаем в таком сетапе, но если вдруг чего, я там потом догружу еще генератор легкий и добавим сюда маховик. Hello. Так, уходим. Да блин. Ховер. Так, ладно, ховер отошел. Есть время пока зарядиться, давай зарядимся. Готово. Так, сейчас перк кабины юзать вообще не время. Ладно, давай, слушай, Алексису хотя бы оружие просто оторвем. Прекрасно. А, ладно, умри. Так, зарядка от кабины. Сейчас надо спрятаться за вагон, слева обходят. Красиво. Убежал, блин. Здесь еще. Ну, чего ты хочешь? Ой, как это было больно. Так, 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 успею, успею, успею. Не успел. Три фрага. Всего 6 очков не добрал до круглой цифры. Хреново, на самом деле, провел часовую цель, надо признаться. Отлично. Зато под перком кабины сразу его забрал. Да идите вы нафиг, сразу двое с пьяными ракетами. Да и ты тоже сюда отвалил. Да хрени, смотри, что за это самое началось. Так, назад, 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 назад. Куда не пойдешь, везде шкирят. А здесь у нас смерчики. Поехали. Утек, окей. Так, у меня одна лапка уже минус. А справа союзник минус. Поддержку зачли. Так, этого автопушечника забрали, судя по всему. Опа-па-па-па. Ну кто там? А, там еще эти гасят. Ай-яй-яй-яй-яй. Чем смог, помог, так сказать. 748 уже, 829 результат. Где там эта дрономамзель? Давай-ка еще раз перезарядку, пойдем ее искать. Блин, с одной лапкой зайти не могу. Да ладно. Смотри, очень пытаюсь, но очень не могу. Я изо всех сил сейчас топлю вперед, но не получается. Здравствуйте. Просто два залпа минус все оружие. Надо сейчас только немного отойти и... Все. Блин. Все нормально, теперь я в безопасности. Если только он тараном морду не заберет, но нет, не заберет. Победа. Как интересно сделана механика перка этой кабины. Она не действует постоянно. Она не это самое. Ты сам принимаешь решение, включать ее или не включать. И получается так, что ты можешь либо охрененно вовремя включить этот перк, прожать. Блин, вниз не наводятся пушки, так жаль. И получить при этом бонус к урону, либо ткнуть перк с расчетом на бонус. А при этом какой-нибудь враг во время перезарядки возьмет и выскочит на тебя. Вон вертушки полетели. Хорош там вертолетов стало, как головастиков в пруду, блин. Несутся. Опа, привет. Я тебя вижу. Тара-тара-тара. Оп. Блин, смотри, вывел мне уже одну пушку. Мы тут, короче говоря, просто нас, короче, греют. Все, что я скажу, наверное, дробовик там еще. Смотри, этого раз на раз, может быть, еще уработал бы, но дробовик сбоку тут, понятное дело, уже все. Боже, что ты. Да не надо так делать, Эдвард. Так, все, отлично, Эдварда оружие лишили. Пойдем найдем кого-нибудь еще. Товарищ арбалетчик, пойдем вперед. Хорошо, минус все пушки. Повел, главное, полностью хорошо. А, зараза, он ушел в другую сторону, я этого не ожидал. Так, отлично, две пушки минус. Успел, успел, успел навести ракеты. Да что ты сюда приполз? Что ты хочешь? А, вот что ты хочешь. Нифига ты классный. Так, вперед. Блин, слишком долго. Ай-яй-яй-яй, слишком долго думала машина, тормозила инерцию и шла вперед. И хотел под него занырнуть. А получилось, я просто встал на месте.
Переделал немного эту машину, теперь у нее динамика будет намного бодрее. Вот мы идем назад, оттормаживаемся и почти сразу идем вперед. А еще, помимо всего прочего, попробую посадить герца. Мы очень часто в последних боях стреляли именно по оружию врагам. Что-то до меня только сейчас дошло. Это скула, что ли? Помогите. Допустим, перк заряжен. Хорошо, бежим назад. Я помогу тебе. Не знаю, надо ли тебе это. Наверное, нет. То еще у него там одна только лапка, вытолкаю его вперед, он под врагами застрянет на какой-нибудь кочке и сдохнет. Будет грустно. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус две пушки, кстати, было за раз. Красиво, боже, как я вовремя сейчас отвернул. 335. Опять без перка кабины играю в этом бою, по крайней мере. Просто не до него. Когда постоянно интенсивный замес, понятное дело, ты там не будешь ловить эти процентики бонуса к урону, ты будешь просто стрелять. И нафиг все. Давай справа, выходи, 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 выходи. Блин, еще там что-то. Так, ты безоружен, окей, ладно, давай мне тогда этого. Я что сделал-то? Чуть на автомате перк прожал, тихо, назад. Чё-то чисто на каких-то странных рефлексах. Ты кто? Уйди. Парам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Та-та-та-та-та. Так, отлично, подлезли. Я убежать от него все равно не смог бы. Это был мой сейчас единственный шанс. Все, выбрал он мне все оружие. Красавчик. Хитскан Авроры плюс миниганы. И все. Ты что, в этом бою вообще какой-то потерянный. Блин, перк прожал, хрен пойми зачем. Под предыдущим залпом, кстати. Тихо. Наверное, надо для начала допить свой кофе. Всем приятного, кто хомячит под видосей. Но тем не менее, 900 очков за бой, в топ-4 вылез. Давайте, я думаю, на этом пока что остановимся. В случае Афины, как-то получается, маниту хорош, но в тех ситуациях, когда ты заранее подготовился к тому, чтобы пришел враг. А когда враг уже пришел, и ты с ним постоянно перестреливаешься, тут как бы все, тут не до перка. Вот сейчас был наглядный пример, не вовремя этот перк заюзал, и что? И все. А далее мы с вами вернемся в воздух и посмотрим в итоге все же парсеры, но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.